20:10. Баксик, доброе утро, да? Баксик сидит, бабушку ждет. Бабушка позвонила, сказала, что приехала в Горгаз, там сверочку сделать. И говорит, к вам зайду. А Баксик услышал бабушкин голос. Наверное, понимает, что сказала, зайду. И сидит уже под дверью, ждет. Проходите. Ой, что вы тут набрали? Доброе утро. Баксик, ждал бабушку? Он стоял тут, встречал вас. Привет, Баксичек. Приветик мой хороший. Проходите, я закрою. Мальчик сидит, ждет бабушку. Эть, помчался. Лина, как ты подстриглась? Как я подстриглась? Да вообще, вообще. Так, ладно. Все, считаю, что ноги чистые. Димусик, бабся пришла. Привет. Это да. Моя королева. Ну, моя ж ты королева. Баксик, дождался ли? Иди, мой хороший. Иди, мой золотой. Ты за прическу? Да. А, Дима спрашивает, нравится вам? Да, твоя прическа. Да. Ну, не привык, без привычки. Я не очень, так сказать. Это пока он привыкнет. Да. Мне кажется, не очень. Ну, а там ты, я ж привык от тебя такой. Ага. Ну что ты лежишь? Потому что пошли. Нельзя, потому что нельзя быть на свете красивее, милой, такой, поняла? Ага. Леночка, это я тебе даю судочки. Друзья, на завтрак у нас будет яичница. Не смотрите, что большая сковородка, это мы на троих. С Димой, когда мы сами завтракаем, нам 3 яйца вполне хватает. Бабушка принесла клубничку, купила. Да. Такая же, говорит, цена 300 рублей. Ну, он чуть-чуть даже такая недоспелая. Но ничего, сейчас переберу, помою. Вот. Всем приятного аппетита, кто тоже собирается кушать. Да не надо, он сам залезет, если захочет. Да. Поглядывает. Мы с ним уже там посидели трошки. Да. Но никого нету. Так что мы тут... Иди к бабушке ложись. Иди полежи со мной. Полежи, мой хороший. Иди, привыкай. Скоро поедешь до бабушки. Будешь с бабушкой? Поживешь немножко, Баксик? Да? Поживешь немножко с бабушкой, да? Поживем. Вам пенсии хватит на двоих бабушкиной? Бабушке хорошая пенсия. Мне хватает. Бабушке не хватает, а мне... Да, порядки наведет. Вы ж там подготовьтесь немножко. Побольше вазочек поставьте на это самое. Ага. Да, что там у вас еще есть? Хрусталь, серванта достаньте. Шкода. Шкода ты или нет? Не, мы с ним, мы им подготовили на балконе такое местечко. Ну, он только после обеда там будет только лежать. Уже солнце как зайдет туда, так он там любит лежать. В окно смотреть, там же все мотаются, бегают, коты, собачки, и кого там только нету. Слышишь? Ему интересно. И ночью там тоже спит, бывает так. Вы, главное, если он будет ложиться посередине дивана, вы его отодвигайте, то будете с краешку лежать. Он такой, что может, да, лечь. Я его диван разложу, у него любимое место. А, чтобы вам не тесно было двоим. Я разложу, он мне сейчас сложенный. Да вот надо повесить штору, выкинуть эти уже помидоры, повешу в шторке. Диван разложу, и нам будет с ним свободно. И он спит у меня со мной там на диване. Как у вот, вас. Вот так значит. Он спит. Вот так ты спишь с бабушкой, да, Баксик? Ну, отдыхайте, а мы пойдем заниматься. Хорошо. Ой, а чувствительный, ты представляешь, лежит, когда он тут... Да лежите, чего он лежит, вот так лежит, и глаза закрытые.
А я тихонечко подумала, думаю, я сейчас подойду его и за ножки потяну вот так вот. Вот там вот так потяну. Чувствительный такой он сразу. Я только, ну тихо-тихо. Он глаза открыл, а уже ругается. Не трогай, да? Я тут первый люблю. Не трогай меня. Я говорю, ну откуда ж ты знаешь? Ну я же тебя потяну так-то тихонечку за ножки. Лежит вот так, развалился. Ладненько, все, отдыхайте. Еще раз здрасте. В общем, утреннее четверостишие. Сегодня у нас зрителей много. Вы идете стихотворение слушать? Ага. Идут. Уляглись там тихонечко. Генерал... Садитесь на стульчик, генерал... я сначала прочитаю. Генерал Топтыгин. Ага. Мы будем наблюдать. Баксик, иди тоже стихотворение слушай. Иди, Баксик, иди сюда. Так. Наблюдатель. Ладно, читаю сначала я. Иди, иди, иди. То на даче, то на море, даже с Леной на заборе. Брызга солнечного света, мы встречаем дружно лето. Это Дима нашел такое стихотворение. Немножко переделал, да. Лену вставил. Все нормально, стоишь. Тёна в море, дальше слины на заборе. Брызга солнечного света, мы встречаем дружно лето. Ну, молодец. Молодец. Как зрители есть, так и прочитал хорошо. Молодец. Молодец. Баксик, оказывается, то из-за тебя у Димы не получалось. Да. Пришел. Где бабушка лежит, там и он лежит. Он любит бабушку, да. Да бабушка тоже его любит. Ну ладно, милый, я не буду. Ты не, ты сама не буду тебя трогать. Лежи уже, ради бога. А так тебе хочется затронуть все равно. Понял? Как же его не потрогать? Знай наших. Знай наших. Есть какой? Что там? Что там хорошего ты нашел? А? Дай хвостик потрогать, дай. Не даешь? Чтоб он не укусил, он сильно кусается. Он легонечко. Ладно, я не буду трогать, только тихонечко. Кусить хотел, да. Никогда не повышай на меня голос. У меня слабая психика. Я могу расплакаться, наделать глупостей. Да нет, скажи. Хотел делать кусь. Неинтересно, раз не разрешаете. Спрятался. Да? Даже укусить не разрешают. Иди, доктор, иди. Иди сюда, поймай, дай поймай. Дай поймай. Иди сюда, пошли. А где Юлина, внучка? Да где ты их все? У Лены что? Попрятала.
Нормально у меня беспорядок на голове. Нормально у меня порядок на голове. И беспорядок тоже. Ну что, еще покрашу волосы. И все будет хорошо. Надо потихоньку, он так не будет ловить. А то и вы так устанете, бабушка. А я уже бегаю. Ага, бегает он. Сильно он бегает. Он не очень-то побегает. Благодарю, устал. С непривычки. Давай. Ловит занимайся, момент. Как же, вот так. Вот, а сам лёд бьёт просто так, чтоб она... Угу. Занимаемся, пританцовываем. А ещё это... Да. Занятие, давай. Диму я дойду. Корона, занимайся. Ну тебя. Ты ладарюга лежишь, а я должна тут. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. Понимаешь, а ты мне опять со своими там это иди суетись дальше. Мы там, а дома тоже как начнем, с кухни, в зал, по залу, как начнет бегать с этой веревкой. Ого, ого, откидывай. Опа, ему нравится, видишь, он ударяет ее. Угу. Нет. Что ты спрятался? Наблюдает, только так. Потом выскочит. Как бы подцелить, да? Движется. Кто ты забрал? Вырвал из рук. Самое главное, что он его покатить. Ему интересно. Ему шнурочек словить, а не я, этот шарик. Да, наоборот, вы шарик в руку возьмите, а шнурок телепайте. Вот это... Поймал. Угу. Ну что ты так быстро поймал? А? Наверх поднимайте, пусть подпрыгивает, жирок сбрасывает. Летится, он уже тяжелый. Да не, я бывает фантик подкину это самое с кровати, он подпрыгивает метра полтора с земли. Ой, да, и такой это пируэт делает. Мы сегодня гуляем все вместе, собрались. Бабушку ограбили. Бабушка помогла, вынесла пакет с кормом, с кошачьим и с водой. А мы пока с Димой опускались, а тут пришел Пушистик. Он проследил, где я живу. И, в общем, у бабушки рядом тут стоял пакетик, а он терся, потом, говорит, схватил в зубы весь пакет и побежал вместе с ним.
Так вы догнали его, да? Ну, конечно, как я не догнала, конечно, но он рассыпал все равно. Ну и убежал, понял, что он натворил. Сейчас пойду туда к сараям, покормлю, не знаю, придет он или нет. Ну, может, ты с бабушкой тут посидишь? Та бабушка, что она туда пойдет тоже к мусорникам? Пойдем погуляем. Там мы хотели сейчас покормить же пойти. А ты тоже будешь идти? Ну, тоже хочешь, да? Ну, пойдемте. Пойдем посмотрим на семейство. Где там наш воришка? Сейчас я ее отчитаю. Это он, это котик. Это котик. Ну, котик, я там знаю, кто ты. Василий, ты ждешь. Пойдем, мой маленький. Лежишь тут на земле, только под колеса не лезь. Да, иду, иду, иду. Ну, смотри, я ж наехать могу. Васенька. Ой, Буся пришла, а я тебя по дороге зову. Да. Это не этот, бабушка Нина. Не-не, тут пушистенький был. Это Василий, этот не воровка. Нет. Давайте пакетик и воду. Ой, вы все! А что ж такое вы все тут? Давай, залазите. Ой, а кто тут шурудил и миски поскидывал? Ну, сейчас, сейчас. Ой, все поразбрасывали тут. Так, сейчас. Раз. Подождите, только не деритесь. Ой. Сейчас. На, Яша, тебе. Сейчас, Василий, тебе насыплю. Ой. Ой. Сейчас, Бусенька. На, Василий. Каждый на свое место сел. Сейчас, Бусенька, сейчас и тебе дам. На, Буся, Буся, на. Всем есть. Все. Все, сейчас по чуть-чуть подосыпаю еще. На. Что это вы сегодня голодные все? Ой. Где-то гуляли, гуляли, да? На. Нет, пушистик кто-то, видите, нет. Он, наверное, подъел, что стащил, домой убежал. Вот это основная группа наша. Да? Что тут? Воды нету. Воду голуби выпили и, наверное, купались. Сейчас водички поналиваю. Все. Чего? Молодец? Кто? Кто? А, ванный день. Да у них каждый день ванный день. Сейчас я водички, бабушка, не налью и пойдем гулять. Все. Они, да. Яшка, у тебя какие-то ушки розовые. Ладно, все. Всем приятного аппетита. А Василий еще досыпать надо. А то я... На, Васенька. На еще тебе. Весь в дырках. Весь в дырках. Фух. Решили еще с бабушкой пойти вместе на ставок погулять. А это ваш виноград был, да? Да, это же я сажал. Это бабушка вот в этом доме жила, в этом подъезде. Сейчас это уже, видите, заброшено, здесь никто в этом подъезде не живет. А эта груша тоже ваша? Кухня моя, эту грушу сажала я ее, да. Да? Эту грушу. Ух ты. Так это ваша летняя кухня же была, да? Это наша летняя кухня моя была, да. И вот это виноград, ну это уже... Ну сейчас тут уже живут, сейчас другие люди тут живут. Вот отсюда и туда был весь виноград. И винограда было, ты знаешь, сколько. Орех тоже ваш? Орех нет, не помню, орех нет. Грушу это...
Ну да. Жалко, что в этом подъезде теперь никто не живет, что оно тут все так разбито, его, по-моему, там заколотили, чтобы никто не ходил, да, Дим? Ну, зато есть что вспомнить, правильно? Да, кроме, конечно, была такой порядок. Ну да, был порядок. А вон он, дедушка-спортсмен бегает. Или это не дедушка? Не, это не дедушка. Ну, я слепая, то у нас тут дедушка один бегает и зимой, и летом тоже в трусах в одних. Я думала, это он. С голым торсом, да. О, глянь, сегодня жужжали и покосили всю траву. А то тебе все время не косят, не косят ничего. Что, чуть-чуть посидим? Нет, не устали вы, не? Не устали? Может, посидеть немножко? Стою на полустаночке, цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. Да. А рельсы так отводятся, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года? Улетели, не знаю куда. Ладненько, подъедем поближе тогда. Лучше-то под бугор. Вот тут камашки какие-то летают. А да нет, знаешь, и кусаются. Ага. Как еще? Здесь понад дорогой все покосили. Дима только опять возмущается. А там внизу все заросшее. И кусты, и деревья. Ну, может быть, со временем все сделает. Ну, что ж. Конечно, а так и по той, на той стороне тоже какие заросли с мой рост были. А сейчас прям сеном пахнет. Надо собирать. Да, да там везде лавочки. Мы поехали там, где кафешки, на другой берег. Тут тоже все косят. Вон дяденька выкашивает. Все. Тут вообще так шумно. Ну вот. Уже видно. Еще бы только пособирать траву. Тут лучше. Вот с колясками сидят здесь. Деревья, тенечек такой. Хорошо. Только вот плохо. Корни разъели дорогу. И объезжать приходится. Что-то были лавочки такие красные, яркие. Повыгорали, по-моему, да? Желтый, когда лаком были вскрыты, были лучше. Ну да, деревянные просто лаком были вскрыты, были намного лучше. Ой. Да. Нет, наверное, кафешка все-таки это не будет работать. Сейчас не то время. Вот. Ну и главное, что есть где покупаться. Кафешечка, наверное, работает. Я смотрю, там сидят. Ну, а больше ничего и не надо. Никаких таких увеселительных мероприятий. Сейчас мы на лавочку сядем. Хочешь к этому подъехать или тут посидим? Пусть давай тут пока посидим, пока бабушка чуть отдохнет. Бабушка здесь уже давно не была. Вы когда здесь последний раз были? Ну,
Леночка, когда я была, ну как-то с вами, по-моему, когда-то еще было. В том году? Че в том, че? Не, позапрошлом, наверное. А, вон, видите, здесь как сделали. Купаются все. Ага. Ну, какую бочечку для мусора поставили. Там еще так бы можно было брать туда и дальше бы он. Да, ну там в камыше, может, тоже змеи какие-то живут. Им же тоже надо где-то быть. Да. В общем, посидим чуть-чуть на лавочке, отдохнем. Да, пойдемте. Да, тут кафешечка. Пляжники нагулялись, вызвали такси, бабушку. Накупались, да. Прямо плавали тут от души. Бабушку домой провожаем, ждем такси. Камашки какие-то, мелкие такие камашки летают. Вроде не кусают, но сядут прям. Кусают еще. А вот, наверное, кусают. Машинка, вот, наверное. Ага. Ну все, давайте, счастливенько. А не, это не он, бабушка Нина. Да вон, надо повернуть надо, да вот. Да не со всех сторон едут, только, не знаю, не наши, да? Бабушка Нина, вам все подписчики, ну многие, передают всегда привет, здоровья желают. Можете вы им что хотите пожелать? Зачем вы машете рукой, бабушка Нина? Я поднимаю руку. А зачем? Не добываешь, останавливаешь. Так мы ж вызвали. Понятно. Откуда я знаю, может, он не видит, что это здесь мы. Ага. Он же с клиентом здесь едет. Здесь наше величество. Передадите привет? Конечно, конечно. Огромный, огромный, огромный привет. Спасибо вам большое. Спасибо вам за все. Всего доброго. Лену, камашки заели. Да, у меня камашки заели. Только знает, отмахивается. Бабушку проводили. Все. Поедем теперь на тот берег. Или куда-нибудь на площадочку, в общем, ближе к дому. А то потемнеет. Камашки кусочек. А сейчас начнут комары летать. Музычка играть на том берегу.